Привет, Никит. Привет. Пойдем за детьми? Ага. Погнали. Привет! Ты что такая грязная? Фломастер испачкалась. Сказать тебе в камеру? Смотри. Не заметила. Короче, мы с Никитой не стали открывать без тебя подарочки. У нас есть белки крутые, блестящие. Собачка маленький, щенок, робот. Манькер! А тебе посылка пришла с лолами. Ничего. Я заказала тебе онлайн лолы, только не третью серию, а вторые только были. По телефону размер. А это тарелка кидать? Ага. Мы взяли здесь покидать сейчас чуть. Ого, как летает! Лови! Заберу твою тарелку. Есть. Коль, привет! Привет! У нас тарелка новая. Хочу поиграться. Дети, пойдемте дома, будьте играть. Соня написала, что она не придет. Она поедет сейчас сразу на игру в другую школу баскетбольную. Ну, там остались дети, которых не забрали родители. И они будут стоять, пока их не заберут. С ними работники школы. И если их не заберут в ближайшее какое-то время, их отведут в офис, там будут звонить родителям. Я чищу зубы. Ты чего, Никит, совсем ку-ку? У меня просто гнилые зубы. Гнилые зубы. Никите, и мои лолики, и блестящие мелки. Давай открывать! Ну давай, все. Никита, давай, Никита, пошел зубы почистит, иди. Лики, Лиза, что у тебя? Подожди, Лиза, подойди. Что у тебя с руками, покажи. Нет. Ты что, так руки мыла? Вот это ты руки моешь. Готова? Так, давай, теперь это. Да, мы ждем, мы ждем. Лолики, сейчас я вас открою. Грязная коробка. Здесь, короче, Лисочка, три лола. Давай один подарим Соне. У нее сегодня первая баскетбольная игра в ее жизни, в другой школе. И ей будет очень приятно, даже если она проиграет ее команду, если будет очень приятно, если мы ей подарим лола. Да, это будет вместо приза. Предлагаю начать с мелков. Это самая, как бы, простая игрушка. Чемодан. Чемодан, давай посмотрим, как открывается. Как саквояж какой-то. Так. Ого! Ух ты. Ничего себе, набойщик. Здесь вообще чего только нету. Если это вот вставляет сюда мелки. Смотри, какая штука. И уже, чтобы не пачкать руки. Слушай, а вот это что-то такое. А, смотрите, если мелочек маленький, ты его выдавливаешь и рисуешь, как будто он большой. А мелочек маленький. Представляешь, как это удобно? На, держи тебе такую. И тебе вот так, смотри, вставляешь какой-нибудь мелок, потом так закрываешь его. Я вот, и можно обводить и рисовать. Формочки рисовать. Точилка для этих мелков. Давай сначала на вот эти, на, с глиттером, которые посмотрим, блестящие. Здесь четыре с блестками. О, какие размытые. Слушай, а вот эти неоновые цвета, яркие. А вот это? Вот это цвета размытые какие-то. Красивые. Да. Это простые цвета. Это какие-то бледненькие. Это. Слушай, получается, что с блестками только в одной упаковке, что ли? Потому что я не вижу здесь больше с блестками. Сколько тут мелков этих? Огромное количество, вам хватит на всю жизнь. Так. Туговато как-то они. Ставлю. Все. Дети, блестят мелки на солнце. Капель. Чуть-чуть. Эти блестки вот так по сторонам клеили, а внутри там обычный желтый. А, это он снаружи только блестящий, да? Ага. Какие они хитрые, эти производители, обманули детей, да? Да, еще мы пробовали такой серый карандаш, а там внутри белые. Наверное, они краской из серой покрасили белые.
сейчас смотрите, ну играетесь, вот это все сложим обратно в коробочку, в чемодан, закроем и будем распаковывать мама, остальные игрушки. Я теперь знаю, чем нам можно заниматься вместо планшета. Чем? Короче, называется Newborns, новорожденный. Вот так. Быстрее всего вытащить его. Какой милый. Так. Это какой вот он прикольный. Кошек. А у него, смотрите, какая комната. Это у него есть мама и папа. Мама розовая, а папа голубой. Включаем? Ага. Это галка. Ой, я испугалась. Он, короче, маленький щенок, по идее. Видите, у тебя такая ручка маленькая, что он тебе там помещается. А погладь его по голове, он отреагирует? Он чувствительным прикосновением написан. Вот этой части. Малихи. Так, мы тут немножко разобрались. Вот так, если мы вот тут нажимаем, он начинает гавкать, активируется голос. Сейчас он у нас должен прыгать. Так. Будет? Yeah. Будет? А, испугалась. Ты что бежишь? Две руки, Никита. Ты одной не удержишь его. Подставляй две, и он сейчас тебе прыгнет. Вот так. Мы так поняли, что нужно вот так ему лапки сделать до конца. Садить его. Включить. И сделать ему, нет, это настройку на прыжки. И он должен сейчас перевернуться. Вот так. Ну что, натренировали мы? Научили щенка прыгать. Никита, так осторожно. Теперь, чтобы активировать ему звуки, надо вот так, наверное, подержать его, да? Так, поставили. Так, вы поняли, да, какие он песни поет? Ну что, он все время кувыркается, как его теперь выключить? Он еще должен служить, как-то мы его должны научить служить, помимо того, что он кувыркается. В инструкции написано, нужно его вот так поставить, вот так надо его поставить, да? То есть лапы надо вернуть вот эту позицию, посадить, включаем, и что-то надо говорить ему, перед ним махать, да? Но он что-то ничего на нас никак не реагирует. Щеночек, ку-ку, ку-ку. Будет он на нас как-то реагировать? А он все равно прыгать хочет. Короче, мы с ним сделали все, что могли, но он все равно не перестает прыгать. Я не знаю, как отключить вот эту вот установку на прыжки у него. И нажимали, и держали. Если зрители знают, то подскажите нам. Я не знаю, как его отключить. Вот я... Он перестал ходить, что-либо делать, он все время прыгает и никак не отключит. Эй, ты, маленький песик, хватит прыгать. Ты сломаешь. Теперь мы переходим к Лолам, к Лизиным. Ага. Так. Какой будешь Лизе, Соне отдавать? Выбирай. Самый красивый. Здесь ровненько, а здесь грязно, а здесь вот такое шершавое. Короче, да? Самый красивый Соне подаришь, да? Да? Сразу его убери в сторону. Да, мы не будем его открывать, мы не... сама. Да, а да. Два вот эти откроем. Какого начинаем? Этого. О, подсказка. Горячий чай плюс хлопушка. Тебе о чем-то это говорит? Это какая-то праздничная. Она любит всякие день рождения и праздники. Давай, открывай. Следующее, что это? Наклейки. Чтобы наклеивать, надо проверить, а потом наклеивать, что она делает. Меняет цвет, сначала, да? Плюется, писает или плачет. Угу. Ой, да. О. Что это? Сейчас мы... Аксессуары уже пошли, да? Сейчас узнаем, когда откроем.
вот так сразу начинать отрывать, отрывать. Ой. Лучше всего вот так. Без замка. Эх. О, бутылочка, это бутылочка. Отрезаем. Так, детские ножницы совсем не режут. Режут? Режут. Ух ты! Зеленые? Бело-зеленые. С блестками? Да. Вот. Они всегда с блестками? Не, некоторые без блесток. Ух ты! Башмачки? Это не башмачки, а сапожечки. Сапожки, да? Да. А обычно башмачки, да? Да, пуфики. У меня еще башмачки. Еще что-то. Внутри это, шарики. Наверное, платье для куколки. Да. Так, смотрим, какой там за платье такое. Так. Что это? А что такое маленькое? Странно. Что это такое? Разберемся. Что это такое? Это такие шортики. А это сверху маечка. Вот это маечка, вот это шортики. Все, разобрались. А в итоге какое-то все зеленое, да? Да. Она какая-то зеленая будет. Сапожки и маечка. Так. Здесь не кукла. А, ободо. Вот кукла. Да, а тут ободо. Давай. Ну что? Это кошечка какая-то. Ну что, все зеленое. Ну, давай посмотрим, что там за такая тетя зеленая. Ты смотри, куклу не отрежешь. Я не отрезаю. Я знаю, какие размеры. Она такая зеленая, красивая. Зеленая, во! Классная. Кошечка какая-то. Во! Ну, какая красивенькая, миленькая. Супер просто. У нас получилась вот такая красотка в шортах. И у нее как будто бы здесь завязана майка, такая она какая-то вся спортивная. Да. Какие-то у нее сапоги. Подожди, плохо одела. У нее ободок кошачий, усики кошачьи, какая-то разбойница, да? Прям да, получилось. И бутылка такая. И бутылка у нее вот такая. Давай посмотрим, кто она. Я и нашла сразу. Вот она. Написано «Траблмейкер», который делает все время проблемы. Куколка, которая делает все время проблемы. Давай пробуй, что она может делать. Сначала надо снять ободок. Давай. Она может где угодно поменять цвет. Все. Ничего не произошло? Не произошло. Давай берем бутылочку. Где она тут? Вот бутылочка. Она. Надо набрать в нее воды. Ну-ка попробуем. Тёна. Плюется, да? Плюется. Ой, мы прям сюда наплевали. Поклеиваем на карту, что она делает. Слушай, у нее шарик очень яркий, да? И она такая красивая, зеленая. Мне это очень нравится. Да. Это было какая-то не такая интересная прошлое у нас. Которую мы на Рождество открывали. Ну что, теперь следующую берем. Как тут? Вот первое послание. Это учительница. Какая-то бабушка. Бабушка плюс школа означает какая-то учительница. И все. Так, это выбирать наклейки, да, Катя? Да. Уже почти. Так, этот зеленый какой-то шарик у тебя, да? Угу. Салатовый. Ну, да. Так, все. Так. Куклу еще будем смотреть. Давай. Это так все пощупаем. Это ботиночки, не сапожки. Ой! О, что такое? Какие белые! Какие красивенькие! Смотри, какие классные. Да. Симпатяги такие. Переходим к второму пакетику. О, какая! Какая-то суперская бутылка. Угу. С таким красивым узором. Теперь приходим к куколке. А одежда? А, да, это одежда, не куколка. Это одежда. О! Какая красотка! Леопардовая.
сложенная. Я такого не видела. Такая юбка и такая вот маечка, платьице получится леопардовое. Супер. Ну давай теперь уж посмотрим, что там за красотка леопардовая будет. Вдруг она меняет цвет. Надеюсь. Это здесь аксессуар какой-то, а не ободок, а что-то другое. Что это? Я не знаю, это какая-то заколка, что ли. Это что-то на волосы одевать. Это, наверное, ну, где-то одевать, мы поймем. Да, потом разберемся. Очень интересно, какая же там куколка будет. Я тоже. Какая интересная. Я такого не видела никогда в жизни. Слушай, суперская, с хвостиками. Выглядит, что это вот так одевается, да? Смотрите, какая красотка. Ой, смотрите, какая красотка. Это из джунглей девочка какая-то с хвостиками. И ботиночки у нее такие красивые. Суперская. И такая вот у нее бутылка крутая. Давай поищем, кто она. Вот она. Вот она, да? Да, нашла. Она точно. Так, и кто это? Черри. Черешенка. Черешенка. Старенькая. Такая красивая. Слушай, мне нравится очень родинка у нее вот тут рядом под глазиком. Родинка. У нас сегодня вот такие две красивых куколки получились. Мне нравится. Какая тебе больше понравилась? Обе. Ну что, проверим теперь, что она делает. Надо переворачивать. Ой, вишенка появилась. Какая вишенка появилась? Откуда? Может, она и была? Наверное. Дай посмотрю. Мы обнаружили у этой куколки маленькую татуировку в виде вишенок. Представляете? Слушай, эта бутылочка такая классная, что держать приятно. Сейчас напоим нашу вишенку. Так, у нас одна плюется, одна писает. Мне понравилось, что вот эта вот куколка плюется, а что вот эта куколка, ну, вот такая красивая. Мне кажется, это тоже красивая. Так, в итоге у нас у Лизы вот такая вот такие коллекция. Три красотки. Midnight. Вот это Troublemaker, а вот это Cherry.